Художник показывает нам невидимые миры духовной реальности, о существовании которых мы прекрасно знаем, но встречаемся с ними только во сне или при встрече с природой, невероятная красота которой сильнее всего ощущается у моря, в горах, при восходе и закате солнца. Все эти энергии наполняют нас, возвышают, очищают, придают силы и утверждают самое главное – человек может все, а следовательно, я все могу. Это второе открытие от Инерлайт. Ведь читая открытый художником светоживописи Инерлайт язык художественной коммуникации, мы понимаем, раз открылась мне эта красота, значит я заслуживаю быть лучшим, быть верным, то есть жить и работать в красоте. Красота – тонкая творческая сила, энергетический импульс, путь энергообмена между художником и зрителем. Отсюда вытекает третье открытие Инерлайт. Я могу творить. Сразу же, не выходя из зала, можно взять холст и краски и выразить свои эмоции, свою радость, свой восторг души в красках, в цвете. В таком творчестве, как в легкой игре, просто и по-детски выражается внутренняя потребность, желание радости и красоты, в развлечении и в обновлении, в удовольствии от самореализации. Очень важно открытие, но и не это главное.